Коли боялась їх заказувати раніше, думала, це капризний цвіток, але оказалось, ні. Сюди ці два яйця діла вже після їх общої посадки. Посадила їх не зовсім удачно, листики були не розвиті, я сюди пересадила, вони навіть от зацвіли потім, позже. Чем обычно цветут, обычно в мае, в конце мая, начале июня. На зиму их выкапываю, выкопаю прямо сейчас, вот так вот зелеными листами. Сложу в ведро, не ведро, здесь навоз, использую его. И поставлю в сарай, и оставлю их высыхать самостоятельно, ни в коем случае не обрезать листья, просто их оставить, и они высохнут самостоятельно и отпадут, и почки останутся целые, невредимые. Потом их в подвал, но я храню в котельне, в коробке, в картонной, без всяких добавлений, без ничего. И они успешно хранятся, весной высаживаю. Но весной надо угадать, чтобы не было заморозков, они боятся заморозков. А цветут очень красиво, но я не успела снять цветение. Я вставлю фоточку. Тебе поставить. Итак, вот так вот. Видно, нет. Видно или нет. Да. Вот так выглядит клубень. Вот с такими корнями большими. И такая вот картошка. Здесь вот детка. Здесь тоже прицепилась. Но я их не рассоединяю, они сами потом рассоединятся. Вот, в общем-то, в таком виде. Вот так ставим в ведро один. Снялся. В общем, вот такое ведерко с калами у меня вышло. Вот и сколько. Очень много. И это я уже раздавала весной. 4 года назад я их выписывала. Под две луковицы было розовый, бело-фиолетовый. И вот за 4 года они разрослись. Уже я всем своим их раздавала. Очень неприхотливое растение, очень красиво. Кто-то сомневался. Не бойтесь, заказывайте луковички, сажайте, очень красивое растение, разнообразит ваш сад.